Сначала сотрудники ДПС по базе данных проверяют, есть ли у владельцев автомобиля неоплаченные штрафы. Для этого необходим номер водительского удостоверения. Система в режиме онлайн сразу же выдает на экран все нарушения, если они, конечно, были. Планшет подключается к аппаратно-программному комплексу. И все данные водителя, они непосредственно связываются с административной базой административной практики и напрямую. То есть водителю при оплате административного штрафа в дальнейшем никуда не нужно обращаться. Если неоплаченный штраф все же есть, то водителю предлагают его сразу оплатить. В патрульной машине установлены мобильные терминалы. Пока они принимают только банковские карты, но в дальнейшем погасить штраф можно будет наличными. Мобильный терминал обязательно выдают квитанцию, а напротив штрафа в базе данных появляется пометка об оплате. Водителям нововведения пришлись по душе. Ну да, времени всегда не хватает, в принципе. Я не за последнего, а здесь подъехал и оплатил, и все. Сразу подъехал, если что, оплатил штраф. Даже если ты можешь не знать, подъехал к инспекторам, узнал. Пока мобильными терминалами оборудованы только 10 патрульных машин, но их количество в ближайшее время обещают увеличить. Вполне возможно, что подобные аппараты появятся в каждом служебном автомобиле. Сотрудники полиции говорят, что водители могут подъезжать к патрульным экипажам в любое время и оплачивать все штрафы. Екатерина Погорелова, Андрей Крупнов. Новости.